Ей, всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Кирилл Геймер, Гусанёк, ОЛТВ, Венера, Лисик, Фуфло какое-то, Дэн, пацаны, поздравайтесь. Всем привет. Здорово, ребята. Очень крутая рубрика, потому что толпа аниматроников будут разрушать нашу базу, а будем пытаться выжить. Если пьете, кушайте, приятного аппетита, а мы начинаем выживать. Сейчас, пацаны, я включу искусственный интеллект и начнется веселье. Ой, они уже за меня загрелись. Ой, что-то я не рассчитал, что они так быстро ломать ее будут. Ой, согласен. Ой-ой-ой, я немного их пос... А! Нет! Ё-моё! Давайте посмотрим, как они вообще разрушают ее. Тихо, психичка, успокойся. Дима, беги лучше. Ой, я еще жив. Ай-ой-ой, блин. ОЛТВ последний. Гусанёк, ты как-то странно в этих текстурах. Есть! Так, ОЛТВ, ты выиграл, ты понимаешь? Ну, впереди у нас еще будут и большие базы целые. Так, залетайте. Так, поставлю пока 4 штуки, посмотрим, как это будет выглядеть. Потому что, я не знаю, они очень быстро ломают все. Ой. Дима, я боюсь. Они грызут доски, я вижу. Эй, психи, не грызите наши доски. Я вижу, да, они грызут. Ой. А, я сейчас еще... Блин, оно как-то меня толкает в разные стороны. Мне так не пришло, что у гусанька этот скин эрохитный, высокий. Это, короче, мои братья пришли. А, да? Ты же их запрограммировал. Я сама пиво упала. Бывает. Мне кажется, марионетки были эффективны. Они очень агрессивные марионетки. Но этот потихоньку ломает, ты понимаешь? Они все продумывают. Они хотят, чтобы мы все сразу слились одновременно. У них ничего не получится. Ребята, не забываем ставить лайкосик, подписываться на канал, залетайте в мой инстаграм, я веду свой влог. Можете увидеть меня вне ютуба. И дискорд, ссылочка где у нас? В описании. Заходите, поорем. Падаем. Ой, я же сказал, что они сделают, что все одновременно умрут. Нет, я еще живу. Ой, блин, ОЛТВ, ты умер. Мясо и фэнтезай, понятно. Так, ну и ладно, я еще тут пока выживаю. Еще не убили меня. Еще убили, лисик. О, Дима, идет тебя один. Нет, скажи, что я невкусный, пожалуйста. Нет! А! Он вкусный. Я невкусный, скажи им. Что создание, оно что, куда-то идет? Все, пацаны, я за карту пошел. Выиграл. Я выиграл? Да. Ладно, я ему прям в лапы прыгну. Ешь меня, кусок зайца. Смотрите, в каком доме мы сейчас будем выживать. О. Вот это настоящая моя база. Гусанёк, тут твое лицо сделали. На дом гусанька. О, мое лицо. Ну что, поехала. Родная. Ты когда посмотришь на диван, ты офигеешь. А что там на диване? А, я понял. Ого, они разрушают нашу базу уже, пацаны. А, ой, они все ближе. А, я запрыгиваю к вам. Тут они быстро ломают все. Что происходит? Ой, горит. Это они подожгли? Ой. Дима, нечестно. Нечестно, если ты на диване будешь. Бегите, пацаны, я сейчас расфрижу все. Не надо. Блин, со спины. Ой, я сейчас ускорю процесс. Давайте еще сделаем больше. Надо, одумайся. Вот это жесть, убийцы идут. Че, пацаны, живые еще? Да, тихо, у меня в кровати черный. Очень страшно наблюдать ситуацию, которая у меня. Не бойтесь. Да на холодильник пинать. Ой, там что-то с неба летит небольшое. Нет, ну Дима. Да небольшая бомба летит. Ой, смотрите, мега база. О. Вот теперь у нас будет очень длинное выживание. Толпа марионеток выдвинулась. Психички выдвинулись. Тихо. Ой, они психички точно. Нет, я живу. Есть, я живу. Я в коробке. А, нет. Они очень быстро разрушили нашу базу. Очень быстро. Да, кто еще живой? Я. ОЛТВ. И Фуфлик вон там. И Фуфлик, так я вижу. Наблюдаем за пацанами. А, я упал. Все, они сейчас тебя убьют. Уйди отсюда. Не уйду, нет. А, вы еще вдвоем, я думал, все-таки ОЛТВ упал вниз. Ой, ты!
Аниматроники психи. Разрушают просто любое здание, как караеды какие-то, бобры вонючие. Прощай, ЛТВ. Ну, беги! Беги, беги! Да ну вас нафиг, давайте. Сейчас они тебя убьют. Смотрите, как они за ним гонятся. Прощай! Прощай, прощай, прощай. Ну все, все, ты выиграл. Так, давайте я сейчас поставлю эту же постройку, только поставлю мало аниматроников. Хорошо. О, если я одну поставлю, мы долго будем выживать? Давайте одну поставлю. Так, погнали. Интересно же? Интересно. Все, одна психичка есть. Ой. Ой, она грызет уже. Я упал! Нет, стойте, стойте, я срядил. Да ё-моё, ну что ты будешь делать, дуралелла? Где-то подъем есть с другой стороны. Да точно, спасибо. Так, быстрее, быстрее, пока она не увидела меня. Опа, есть. А ей там кайфово, она грызет. Отлично. Хорошо, что еще можно было подняться. Так, все, мы здесь тащим. Так, а там что? Потихонечку там разрушила полностью одну секцию. Пошла. О, вторая. Вот. Где она? А, за мной агрится. Она под тобой. О, два пустол. Пустол выгрызет. Да ну не так же ж. Ох, ой, все шатается. Ой! Как? А у меня убила плитой. Она мост сломала, тебе нельзя перейти. Правильно сделала. Смотрите, как прикольно разрушила. Все накренилось здесь, так. Лисик упала уже. Просто все разгрызла. Одна Саня его и хагрит. А, я вижу, да. На меня сагрилась она. Так, еще одну поставим, чтобы на разных хагрилась. О! Пацаны, она вам помогает! Как оно стоит, парахита? Лучше перебегать на другую секцию, быстрей! А как? Да гусенька, гусенек, ты выиграешь, скорее всего. Есть! Молодец! ЛТВ красавчик, успел! Ну давай! Давайте! Давай, Венера, я в тебя верю! Прощай, Венеру! По башке дал! Как же мне повезло! Это реально везение! Тебе повезло! Дэн еще живой! Тебе повезло то, что ты прыгнул! Согласен! Да, мне повезло! Дима, Дэн еще вон, смотри где! Вижу! Сейчас грызут его! Сейчас еще одну поставлю! Она с другим нравится! Я вижу! Ой, ну нас ломают уже. Зачем она там стекло ломает? Я их брал в аренду. О, сейчас начнет ихнюю постройку ломать. Смотрите, опа, пошло дело. Так, кто же из них победит? Гусанек или ЛТВ? Ух ты! Там балкон отвалился. Привет, Сань. Гусанечек, ты так тупо слился! И ЛТВ. Короче, нарисовалось мне, что вас убили туалеты. О, Венера, Венера был последний. Ой, Дэн. Дэн, ты победил. Ну, по крайней мере, твое туловище победило. Ого, колбасит. Мы еще не ставили обычных Той Фредди. О! Поставлю всего два штучки. Сейчас мы решим, кто же из нас победитель. Пацаны, решающий раунд. Определится настоящий победитель, который будет лучшим игроком этой серии. И посмотри наверх. О, и уже не надо. Я упал. Так, они там грызут все. Прогрызают. Как зайцы настоящие. Это не медведи. Ой. Я вижу, как он ломает. Давайте посмотрим. Оп, Дэн, сгрыз. Пусти, пожалуйста. Ах ты, Дэн. А, он за кем-то агрится и бегает. Оп, еще сгрыз. Дэн, пожалуйста, помоги мне. Блин, на соплях все висит. Вот эти веревки, они сдерживают эту конструкцию. Ой, нет. Нет, нет, нет. Надо за столб держаться руками. Держись. Держусь, держусь. Наше здание уходит. Ой, на другую карту. Биг Сити. Дэн, прощай! Нет, Дэн не падает. Я попробую как-то поднять это все дело. Не надо. О, я поднимаю Дэна, смотрите его за ручку. Опусти его. Нет, 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 нет. Есть, я еще стою, отлично. Я живу. Я тоже живой. Дима, вернись. Блин, он ближе, смотрите, грызет потихоньку доски. Еще, пожалуйста, вон сзади человек стоит. Фуфло какое-то за ним, агрися. Нет. Пожалуйста, да, нет. Да-да-да, правильно, правильно, правильно. Нет! А Диму, да-да-да-да. Опа, опа. А, есть, я перелез. Дима, я все видел, я все видел. А так надо выжить же, вот. Я буду за тобой стоять, чтобы они тебя убили. Я еще живой, Дима. Куда он побежал? Ну куда ты побежал? А, вот все. Кирилл побежал. Так, вон еще вижу гусанек, там что-то шевелится. А кто еще живой? Я. ЛТВ. Я. Как ты там вообще держишься? Это непонятно. Я с тарелками своим держусь. А, понял. Все, я забрался назад. Ой. Красавчик, ну и теперь ты упадешь. А нет, у тебя же длинные лапы. Привет, Сань.
как дела? Давайте ускорим Привет. Процесс, где наши фиолетовые челики? Они все ножом чикают, смотрите. Опа, есть. Пацаны, ваша смерть все ближе и ближе. Интересно, кто же победитель из вас? Кто первый коснется земли, тот и проиграл. Давайте так, чтобы был решающий победитель. А еще у нас фуфло есть, кстати. Надо фуфлу тоже помочь. Это была подпись. Ултв, ты победитель. Сейчас будет самый тяжелый уровень. Сейчас будет куча аниматроников, которые это здание просто сгрызут за пару секунд. Вы готовы? Да. Смотрите, что сейчас будет. Это будет просто жесть. Так, надо сразу правильно встать. Я их поставлю подальше, чтобы мы успели. Подними фуфлик. Смотрите, смотрите. Ё-моё. 50 марионеток бегут. Они сейчас за доли секунды все съедят. Смотрите, смотрите, просто съели все здание. Я держусь, прощайте. Я живой. Вот это жесть. Ай, я последний умер. Понятно. Вот это толпа. Это конкретно жопа. Просто. Все, ничего не осталось, представляете? Просто. Они что, дерево любят есть? Это я не понял. Они голодные просто. Все, Дима, они все съели. Ничего не осталось, мы даже ничего не удаляли? А. Эй, не делай так, я их боюсь. Если понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в наш Дискорд, Инстаграм. Ну а всем отличного настроения и всем пока. Всем пока. Всем пока. Ух, я даже улетал и не смог этого сделать.